Следует несколько вопросов. В принципе, скажем так, твердой повестки дня у нас нет. Обсудим текущее положение вещей по двум основным моментам. Это собираемость налогов, поступление налоговых и неналоговых средств в бюджеты, как республиканские, ну и районные. И, конечно же, обсудим ситуацию на сегодняшний день в сельском хозяйстве. Я имею в виду, подведем пока предварительные итоги зимовки и сегодняшнее состояние дел, связанное с расплодной кампанией. И, конечно же, подготовку к весенне-летнему посевной и прочее. Ну и в завершении нашей темы сегодня обсудим еще одну очень важную позицию, которая важна для меня и для жителей всей республики. Это, конечно же, подготовка нашего с вами региона к выборам Государственной Думы Российской Федерации. Поэтому давайте начнем работу. Здесь нет регламента, кто будет выступать, кто будет докладывать. Я думаю, сначала мы попросим Ачер Санжиевича доложить ситуацию, связанную с поступлениями республиканских. Кратко, в двух словах, от района. Ну и потом по кругу, так скажем, послушаем вас. Хотел бы предупредить, мысли по древу не растекаться, 3-5 минут максимум, и то по проблемным моментам. Если вы считаете, на ваш взгляд, что у вас все хорошо, ну, тогда, может быть, ограничится консультацией. Пожалуйста.